17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работой по подготовке КОП-29 на территории Бакинского олимпийского стадиона. Помощник президента Анар Алекперов доложил главе государства о приведении места проведения КОП-29 в состоянии готовности к мероприятию. Было отмечено, что строительно-монтажные работы на территории находятся на стадии завершения. Учитывая, что подготовительные работы продолжаются высокими темпами, планируется сдать место проведения мероприятия в требуемый в соответствии с рамочной конвенцией ООН об изменении климата срок. Президенту Ильхаму Алиеву также была предоставлена подробная информация о предпринимаемых шагах и реализуемых работах по организации саммита мировых лидеров по климатическим действиям, который будет проведен в первые дни конференции КОП-29. Глава государства ознакомился с созданными на территории инфраструктурой и сооружениями, принятыми мерами в области информационных технологий и безопасности, а также решениями, применяемыми для удовлетворения энергетических потребностей площадки КОП-29 из источников зеленой энергии. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев был подробно проинформирован о работе, проделанной в зеленой зоне КОП-29. Глава государства также осмотрел медиа-центр. Здесь создаются все условия для организации эффективной работы представителей медиа в рамках конференции. Было сообщено, что на сегодняшний день для освещения конференции аккредитовано большое число представителей СМИ, в том числе самых авторитетных мировых медиаструктур. Президент Ильхам Алиев дал поручения и указания, связанные с предстоящей работой.